Представлен самый легкий вариант выполнения Дерека для самых ленивых ковбоев, если можно так выразиться. По факту игрок приходит на уже все готовенькое. Не нужно искать птицу и приправы. Все находится в одном месте. В данном случае это ранчо Кармоди Дел, неподалеку от нефтеперерабатывающей фабрики Корнуолла, штат Нью-Ганновер. Вот курятник с курами, с которых можно получить мясо упитанной птицы, и рядышком буквально в двух шагах находятся приправы, такие как тимьян ползучий и душица. Костер расположен рядом с загоном для крупного рогатого скота. Садимся у огня и в селекторе выбираем нужное мясо и приправы на выбор, переключая их стрелочками. Ну и для справки, мясо упитанной птицы можно получить из дикой индейки, канадской казарки, лугового тетерева, курицы, петуха. Приправы на ваш выбор, например, мята, тимьян ползучий, душица. Можно собрать или использовать ту, что лежит в сумке. Важный момент, курочки спавнятся рандомно, надо заметить. Желаю приятного аппетита!